Добрый день, вас приветствует информационная служба компании InstaForex и я, Марина Генералова. В ожидании очередной порции позитивной статистики из Соединенного Королевства участники валютного рынка активно скупали фунт стерлингов. Однако публикация уточненных данных по темпам роста британской экономики изменила торговые настроения на противоположные. Наиболее наглядным примером может послужить движение котировок валютной пары евро-фунт. Достигнув своих минимумов за 2014 год, пара скорректировалась, поднявшись на 20 пунктов вверх к отметке 81,5 пенса за 1 евро. Высокие темпы роста британской экономики за первый квартал подтвердились второй оценкой, проведенной экспертами Национального бюро статистики Великобритании. Как отмечено в документе, квартальные темпы роста сохранились на уровне 0,8%, подтвердив годовое значение прироста ВВП на отметке в 3,1%. Согласно консенсус прогнозу, предоставленные данные полностью оправдали ожидания аналитиков. Разумеется, подтверждение прогнозов не могло разочаровать рынки. Однако настроения все-таки изменились. Дело в том, что инвесторы приняли во внимание подробности расчетов, а именно то, что некоторые компоненты британского ВВП были пересмотрены. Чем изменили текущую оценку экономической ситуации в стране? Так, к примеру, не порадовали данные по внешней торговле. Дорожающий фунт стерлингов прямым образом повлиял на спад экспорта и импорта. Смотрите Инстафорекс ТВ, чтобы быть в курсе важнейших экономических новостей. Мы поможем вам определить направление тренда. До завтра!